Пристегните ремни. В преддверии нового учебного года сотрудники госавтоинспекции провели массовую проверку на улицах города. В приоритете – водители с детьми-пассажирами. Нарушение правил перевозки несовершеннолетних – не редкость. Вот и на этот раз инспекторы остановили женщину, в машине которой находились сразу трое детей. И все как один были не пристегнуты ремнями безопасности. В этом году статистика свидетельствует как о снижении ДТП с участием детей, так и об уменьшении числа несовершеннолетних, получивших травмы. Но тем не менее, риск нанести здоровью ребенка вред всегда остается очень высоким. И помнить об этом родители должны всегда. Как показала проверка, взрослые частенько забывают напоминать детям пристегивать ремень. За время рейда было выявлено 10 таких нарушений. Еще один ребенок ехал в машине без детского удерживающего устройства, что тоже недопустимо. В канун нового учебного года мы напоминаем еще раз всем водителям о том, что необходимо использовать детские удерживающие устройства при перевозке несовершеннолетних пассажиров и строго соблюдать правила дорожного движения.